Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня я решила побаловать свою семью, своих родных, близких пирожками. Пирожки, вот тесто поставила. У меня в профиле есть рецепт моего теста. Очень вкусное тесто получается. И накрутила фарш. У меня говядина с курицей, лук, черный перчик, специи по вкусу. Подготовила уже фаршик пирожкам. И буду жарить на растительном масле в сковородочке до готовности. Очень мне захотелось с яйцом сделать пирожки. Тесто у меня еще прилично. Вот. Значит, нарезала свежий у меня был лук зеленый, укроп свежий. Сварила яйца. Можно сюда еще рис вареный добавить. Но я не стала варить рис. Очень вкусный получился вот такой вот типа салатика. И буду им начинять пирожки и жарить. Посолила, поперчила по вкусу. Можете специи добавить любые, какие вы любите. И очень вкусные пирожки получаются с рисом, с яйцом. Но у меня без риса. Просто с яйцом, с зеленью. Вот такие вот получаются огромные пироги с рисом. Жарятся потихонечку. Аппетитненькие. Рис, вернее, не с рисом, а с яйцом. Я рис не стала добавлять. Попробовала начинку. Очень вкусная. На соль, на лучок свеженький. Укропчик свеженький. Ароматненькие. Очень вкусные начинки. Я много добавила. Поэтому всем приятного аппетита. Готовьте. Это очень вкусно. Ну, в принципе, и быстро.